в башню пробила. А, она куда? Она мне прям в бок под углом 30 градусов, прикинь, в борт. Обычно 44 туда не пробивает. Обычно 64 по ровной дороге. Нихера себе раз... Вау, смотри, видел, Андрюха? Полеты на танках. Не, я далеко. Никогда так еще не подпрыгнул. Это появился сейчас. Я там как подпрыгнул, капец какой высоко. О, пантера с вами нашел его. Пантера А там едет где-то. Видишь? Заряжающего видео, а мне поджог сюда. Продолжаем войну. Вот тварь, а. А где он, я не пойму, Ром? Да вот где я стою, а он рядом от меня, людей. О, вижу, вот сзади тебя еще пантера. Вот, двигатель попал, отлично. Ты так что ты будешь делать, прикинь? Она меня вырубила. Прикинь, поджог, и она мне с первого выстрела. Рома, сзади тебя прям разворачивается пантера А. Опять просрали мы, блядь. Так, это глупо, мы поехали вообще, Рома, там. Вот гад попался. Не, это они умно объехали. Да не, это мы глупо просто в наглую полезли, думаем, да, сейчас мы им наваляем, нас не видно, мы крепкие, блядь. Нифига себе, я кританул на это, на говне. А не видно, как раз их было, блядь. 64 по ровной дороге разогнался на Black Cat. Что, у тебя есть что-то еще в бой выйти? Не, я уже готов к следующему. Блин. Не, на 44-ке нельзя так становиться издалека, настреливать. На ней надо ездить. В движении постоянно быть. Та пантера меня удачно, прикинь, прибила меня четко так, блядь. И второй раз. Она тогда ее трудно пробить, да? Да. Так она меня, когда я как раз ехал тоже, четко попала, то ли повезло ей. Так это же яга, короче, потом. Ой, яга, это пантера, меня ЗСУшку ваншотила. Обычно попадаешь в ЗСУшку, там что-то выбил там, да, или что-то. А это раз сразу ее убил. Ой, наконец-то жунгли. Сейчас я буду мстить. Если появимся не с нашей стороны, я тебе говорю, едем в середину карты. С двух сторон будем их мочить. Да точку сейчас надо сначала захватить. Да ну ее нафиг, эту точку. Нету сейчас точки, походу. Точка А одна будет. Из поля едем, как всегда, через волшебку. Не, я сейчас на точку попробую. Давай через поле. У тебя грохнут сейчас... там, Андрей. Нафиг не, на тебя не, я успеваю тут. Ты Black Cat возьму и не успеешь. Ух ты, блядь, тут нет, тут я не поеду, тут у нас с другой стороны. Я тебе говорю, Андрюха. Там точка не там, где успеешь. Надо, блядь. Толкни меня, снедок. А ну, блядь, что с немецким крестом, блядь, фашисты. Чего, американец с немецким крестом? Да. Надо таких валить, сейчас мы его где-то... Да это не то, что валить, это просто понятно, какое у человека образование, знание, история. Ну вообще попер. Ну для него американцы, фашисты, это одно и то же. Мы сейчас его там где-нибудь в волшебном лесу, сейчас его там друг дожмем и придавим. Изнасилуем на отпуске, да? И никому не скажем. Да, пусть живет и мучит. Пусть страдает. И вчера этот цирк был, прикинь, я тоже камуфляж забыл поменять. На Восточной Европе белый стоял, 8 штук настрелял. Вот это да не, вот у американцев вообще белый куда не шло, слышишь? А вот, ну, такой какой-то беловато-серый. Какой-то серый больше, грязно-белый. А вот я выиграл... А, Андрюха, ты же видел у игромании вот это видео, где они говорили, нажмите Alt и на карте можете показывать. У тебя эта херня работает? Да. А у меня нет, я так нажимаю нет. Альт, и что должно происходить? Надо поставить тебе на Альт это. А как она называется, не помнишь? Ну там поймешь сразу ты. На позицию сейчас приедешь, поставишь потом. Не-не, я потом поставлю, когда меня убьют поставить. Я потому что через М показываю внимание на карту. Андрюха, по мне кто-то... Это наш фашист, походу, чудит. Сейчас мы его тут и делаем, Ром, не боись. Сейчас он приедет, мы тут его работаем.
Потому что больше некому, он один сзади был. Да, да, он один, я видел, да. Он же стрелял? Да. Ну так, этот. А где придурки? Придурков нет, тут плохая игра. Не, есть, наверное, Ромчик. Союзные войска захватили точку. Да ну нафиг. Андрюха, прикинь, я перестал пробивать этих тигров в бок. Как так? Серого знает. О, сломал я одного. Что это там? Отжился. О, сейчас я проверю тигра в бок. Блин, в нижний попал там, походу, в бак ему попал, он даже не загорелся. Ваншот! В бок, тигра. А я парша не могу убить. О, кританул. С первого только раза какого-то поджег. А этого тигра в бок пробить не могу, прикинь. Какого, Хенчеля? Нет, аж один который. И второго не могу пробить. О! Помощь! Получилось? Грохнул ты его? Да ё, блядь, езжает, сука! Да стой ты, не уезжай, дай стрельнуть! Да, боеукладка, да, прикинь! Боеукладка, короче, нифига! Вот, Ромчик умеет варить аж первых! Его надо в лоб, Андрюха, и бить прям посередине, чтобы там осколками и пассажира, и водителя, и всех их там убивает. Так я ему в борт валю, прикинь, она мне пишет, короче, попал. В борт его поджечь можешь, или только в так он вообще не пробивает, Рома. Опа, едет еще один гражданин. Из-за угла сейчас выйдет издалека, Ром. А не, он уехал, он увидел, что тигра завалили, и поехал назад. Следующий бронебойный. Я что за пальма падает и опять стоит. А, то я там, какое-то у меня было где-то видео, пальма это падала, прикинь, я полдня стоял там. Я что творит? Ах ты гаденыш. Кто там? Там Вирбервинт этот. Я тебя вижу, а он где-то за бугром где-то стоит. Не, боеукладка, ну. Внимание на карту. Да ты чё? Вот это ему везет. О, попал. Союзные войска захватили точку. О, еще одного, наверное, там вижу сейчас. Ух ты, интересно, Андрюха, стали пальмы отлетать, как будто у меня с мячиком футбольным. Влезаешь, я на покатил. Рома, быстрее, тут этих вербервиндов куча. Еду, Андрюха, еду, аж 12 километров в час. Со всех мест. Анцел, да, вот этот, по-моему, фашист американский. Тут их куча, Ром, быстрее, тут их, короче, вербервиндов 5 штук. Ромчик, быстрее, я. Да, Андрюха, убьют тебя, я их сразу убью. Тут еще этот едет, черепашка эта, блин. Трансмиссия горит. Нет, сзади меня валят, короче. Вербервинды. Андрюха, еще одна блока маленькая. Быстрее, помоги, сзади стоит долбит, падла. И пантера еще появилась. О, нужна поддержка. Блин, это не та дыра, Андрей. Мне еще одна мешает тебя увидеть. Лечу на всех парах. Ох, сейчас. Да что ж такое, гря, попал в ту. А эту нет. У Андрюха сейчас точно уже увидим. Казённик, заряжающий. Еще один появился, прикинь. Да ты че? А сколько их там будет, гря? Да, глянь, я вербервинд давайте их набил уже. Это хрень еще, куда ты поехала, падла? Держись, Андрей, сейчас его убью. Ну, ребят, я нет повреждений. Анцел, вот этот Дианцел стоит, ага. Сейчас я его лупану. О! Внимание на карту! Есть! О! Заднего там убили? О, отлично. Заднего какого? Нету тут никого. Да все, фух, фух. Ты что, я не заметил, как 5 штук настрелял, ни хрена себе, заехал. Заезжаю, прикинь, тут 3 вербервинда стоит, короче, пантера выезжает еще. И панзер В-70. Главное, чтобы с вафлями стоят.
Вундервинда там стоит. Где-то смело, прям, двое где-то ездят еще. Я тоже в троечку завалил. Поднажмем, победа близка. Лучший отряд, кто бы больше удивился, да? Вот этот, короче, Анцел, который фашист, завалил только что меня. Прикинь. Значит, по-русски понимает. Видел, что ты написал. Андрюха, у тебя там активность в бою сколько было? 100%, наверное? Не знаю, сейчас посмотрю. Ты там стоял, валил их нагляд. Сейчас посмотрим. А, тю, блядь, не грянул. Прикинь, окей нажал. Тю, тормознул. Открой этот конвертик, посмотри. А там показывает, да? Да, пишет. А вот наклейка прикольная, конечно, орла. Так. Битва или где, да? 100%, Ром, прикинь. 100%? Да. А я же говорю, ты там всегда в гуще событий был. 4186 дали мне на ИСА 4-го. Так. Захват Берлин. О, сейчас мы повоюем теперь с ними. Немчушки. Меня до сих пор рисует, что Александр звенит. Ну да, у меня тоже такая же. Наверное, вышел уже, да? Да, наверное, вышел он из этого. Вот. Едем убивать фрицев. Что меня поставили? Погода говно, яркая сильно. Танков куча, блин. Т-34-100. Ну, короче, варит, говорят, классно вот Т-34. Да, да. Ну, пензрядка только дольше, чем на сушке и на 54-ке. Но пушка такая же, как и да, такая же пушка, да. А, Андрюха, прикол, знаешь, какой в GTA-хе, что я нашел? Там где-то, короче, заезжаешь, там какое-то говно, короче, старое валяется, свалка какая-то, и там стоит Т-34, прикинь, такой весь уже сгоревший, зажалый такой. Да не, в Америке. Не как у тебя в твоем городе, да? Шерман. Да. Не, у меня-то Шерман новый стоит в городе. Покрашенный, с наклейками совсем. У нас раньше в городе стояла 3-4, в Артемовске до сих пор стоят две штуки. У нас так в этом. У вас же там где-то этот ИС-3 стоял, который завели там. Да, Константинов где-то рядом. И что, назад не поставили? Не. Где-то, видать, убили воюет. Где-то воюет, наверное. Да он-то там долго не сможет, походу, воевать. Это он бы в 42-м нагнул, а сейчас вряд ли там одна ракета прилетит и канал. Ну да, там управляемый какой-нибудь. Зашпилить и все. Когда эта тундра корабли, интересно, скажет, сделает. Вас понял, огонь! Сколько диков должно пройти?
Брюха, там на А где-то ехал Фердинанд, я не знаю, завалили или нет. Сейчас поглядим. Ого, их тут сколько, Рома. Фердинандов? А нет, тут немцев. На А тут штук 5, наверное, уже едут. Фашисты, по-моему. О, вижу Ягу. Вот да, ты собрала. Гля, уезжает, папа, стоять. Куда же ты берешь? Яга уехала. Пробил ей все там, прикинь, она уехала. Тигр, Андрюха. Разворачивайся. Хочет, чтобы я сейчас ей добил. На ему криты с одного выстрела. О, всех ему в башку бил. Еще один кенчик заезжает, Андрюха. Сейчас, товарищи. Давай башню свою крути, чтобы я тебя в бок зарядил. На, опять криты. Вот они тут выезжают под мой крик. Попадают они тут под раздачу, да? О, этот смелый, это еще вперед едет, прикинь, я ему опять всех башню убила. Вперед, если едет. О, молодец. Опять в мотор стреляю, попадаю в боеукладку, он даже не загорелся, падла. Дальше. О, вот он еще один едет. Помощь по уничтожению. Ай, убери его, гады. Еще одна помощь в уничтожении. Нет, сосуд моих тигров, как твари, а? А вон вижу, еще один тигр едет, аж первый. Проскочил, сука, проскочил, падла. О, пантеру вторую, пантера поехала. Сейчас приедем, блин. На, башню засадил. Ты глянь, мы тут разрываем, первый. Слышишь, вообще именно. Первого тигра, Андрюха, налево башню поверни, первый да, тигр. Да, 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 он тут где-то съехал. Там в жопу его можешь насувать ему. Да я не успел за ним, короче, он нырнул в яму какую-то. Андрюха, там тебе еще пантера сейчас А приедет. А она с какой стороны приедет? Ну, тигр, прям я вот тут был. От тебя сзади, уже справа. Вали этого пока. А где этот заехал? Куда он поехал? А, вот он. Ха! Здрасте. Я ж тебе говорю, где-то там стоит. Убил? Не, прикинь, пробил, а пожелтело все сзади. Сейчас забьем. О, а под калибером ваншот, прикинь. Куда? Отлично. Да, прям в жопу ему стрельнул под калибером. А обычным нифига пожелтело и все. Унизил ты его. Зад под калибером. Жесть. Ты глянь, в гнём их. А чё они такие лохи, Андрюха? А все, и нету команды у них. Все уже, прикинь, вот это ухлопали. Я охренею, за сколько минут? Я не знаю, сколько бой? 19.45 осталось. 25 минут бой. По 6 минут. Или за 1 минуту. Где-то еще Панзер В-70, слышишь? 3-4 вольнул. Таракан, вот как я люблю таракан в лоб стрелять. А где таракан? Ты видел его? Ты же сказал, Панзер В-70. Ну да, да, я думал, ты где-то увидел его. Ага, он там где-то. Таракан, таракан, тараканище. Самолет? Где? Ешка 410. Ну, убери таракана, ёлки-палки, только хотел. Сволочь. Оркс. Да, динамичный бой, да, получился. Ух ты, вот это меня скинуло, ты видел, Рома, ехал по горке и меня резко вправо. Опа, мой любимый Бербервин. Ну что ты тут творишь, а? Я из-за бугорок отъехал, не могу его прибить. Конечно, поднажмем. А ёлки-палки. Убили Вирбельгинда. Я уже тоже его нашел, но его уже убили. Бой говно, 400-200 всего, да. Команда попалась, да, жесть. А ну, сколько мои результаты? 74%. 74%. Мало.